Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. И снова я к вам с лампой мини, Сан Мини. Эту лампу мне прислали с китайского сайта, мне ее подарили, но несмотря на то, что мне ее подарили, она мне досталась. Можно сказать, что, ну я бы не совсем сказала, что просто так, но досталась, но тем не менее... Мое мнение будет абсолютно объективное, и я скажу о всех недостатках и, конечно же, о достоинствах, или наоборот, о достоинствах и недостатках. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, поехали! Лампа пришла вот в такой коробочке, и она представлена в нескольких цветах. И цвета такие все приглушенные, пастельные. Мне досталась беленькая. Это лампа Sun Mini UV LED лампа, и мощность у нее всего 6 Вт. Но если сравнивать вот с такой маленькой дугой портативной лампой, которая 9 Вт, эта лампа сушит только LED-гели, а UV отверждаемый материал она вам не высушит. В коробочке также была инструкция, она была хорошо упакована вот в такой пакетик, и еще был пупырчатый-пузырчатый пакет, так что дошла она без проблем, даже коробочка не примялась никаким образом. Как я уже сказала, эта лампа сушит и LED, и UV гели. Она вот на таких ножках, которые убираются, складываются. Качество, в общем-то, на первый взгляд, когда я ее открыла, мне как бы понравилось все. Она портативная, она маленькая, она даже меньше моей руки, ее можно брать с собой, в любой кармашек поместится. Если вдруг вы летом в Крым захотели поехать, можно ее захватить с собой, кинуть в багаж. Ее можно подключить к пауэрбанку, можно подключить к ноутбуку. Она не шла ни с каким блоком питания, ни с каким другим зарядником, ни с чем она не шла. У меня от телефона, от сотового, вот такой есть, и это все дело подходит. А также в таком виде, когда вам нужна срочная помощь, либо что-то случилось с электричеством, или ваша лампа внезапно забарахлила, и как какой-то вариант SOS, ее тоже можно использовать. То есть все вот эти достоинства, о которых я вам сказала, они, в общем-то, на этом и заканчиваются. Почему этот испытуемый все время не здесь в кадре? Иди, не мешай, не порти картинку. Датчика движения в этой лампе нет, поэтому нужно будет включать все время кнопочкой. Ножки выдвинули, выставили, и теперь можно нажать. Однократное нажатие на кнопочку включит лампу. И сушить она будет ровно 45 секунд. Я не знаю, почему именно 45 секунд, почему такой таймер. Но если вам нужно время немножечко увеличить, тогда нужно... подержать кнопочку включения примерно 3 секунды, и тогда время полимеризации увеличится до 1 минуты. Тоже непонятно, почему именно минута. Бесконечности я пока не нашла. Я буду писать господам китайцам, чтобы они продумали концепцию и поменяли эти все штучки на более мощные. Я думаю, что я бы себе купила, если бы я не была мастером, потому что очень она такая прямо кукольная, игрушечная, приятная. 6 светодиодов, они не перегреваются. Несмотря на то, что сушить материал нужно долго, я не заметила каких-то перегревов и нагревов. Она работает и ничего не перегревается. Вот этот пластиковый корпус вообще не нагревается. Лампочки слегка нагреваются, светодиоды, а корпус нет. Но сразу хочу сказать, что сушить нужно долго. Сушить нужно столько, сколько бы вы сушили материал в UV лампе, ультрафиолетовой лампе. В моем арсенале очень много различных материалов, но, к сожалению, не нашелся чисто UV отверждаемый материал, который нужно сушить только в ультрафиолетовой лампе. Это вот только нашлись только вот такие камешки от формулы Профи. Я очень люблю эти камни, они такие классные, я вам уже показывала, ими нужно делать объемные камешки, классно все придумано, такие витражные гели, но сохнут они только в UV лампе, ультрафиолетовой лампе 4 минуты. Здесь инструкция так и написана, что сохнут они 4 минуты в ультрафиолетовой лампе. Для меня это была проблема, мне не хотелось работать этим материалом только
по этой причине. Сейчас у меня лампа гибрид сушит эти камешки за 30 секунд. Ну а в этой манюне высохнет за 4 минуты, точно так, как написано в инструкции. Что касаемо темных цветов, гель-лаков, черные, там темно-коричневые, всякие-всякие, которые очень хорошо и сильно пигментированы. Вот этот, например, от Lovely высох за 2 минуты. А верхнее покрытие топ высохло за 45 секунд. А этот гель-лак высох за 45 секунд. То есть здесь уже нужно пробовать. Речь о том, что материал будет высыхать, как в лампе гибриде, за 30 секунд или даже 5 секунд, конечно, речи нет. Если вы ножки убираете, вот как сейчас убрала я, лампочки не закрываются, поэтому вы можете даже на весу подержать. Можете вот так вот пятый ноготок посушить, как удобно. И что касаемо, будут ли высыхать кисти, гели, которые стоят рядом, то вряд ли, потому что она не настолько мощная, чтобы успеть заполимеризовать то, что находится рядом. Но если, конечно, вы прям под лампу не подсунете свою кисть, тогда с ней ничего не случится. То есть, если не подсунете, ничего не случится. В общем-то, всю ссылочку на всякий случай я вам оставлю. Не знаю, нужна она вам или не нужна. Сами думайте. Мое дело вам показать, рассказать. А вы уже сами решайте, что вам нужно, что вам не нужно. Я никому ничего никогда не навязываю. У вас есть свое мнение. И скорее всего эту лампу я разыграю среди своих юных подписчиц, которые смотрят мои видео. Конечно же, эта лампа вряд ли мастеру пригодится. Хотя, кто его знает. В любом случае, я, наверное, устрою конкурс, скорее всего. Так что следите за обзорами, следите за моими видео и не пропустите. Скорее всего, будет конкурс. Вот и все, что я вам хотела сказать, показать. И увидимся с вами в следующих видео. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!